Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова я, Василий, и у нас снова Land Rover Discovery 3. Но уже не с 3UZ, а с 2UZ, с правильным крузаковским 4.7. Сейчас я подробно все вам расскажу. Показывать сам автомобиль, расхваливать, что он рамный, что у него просторный салон и так далее, я не буду. И так есть куча обзоров, и в том числе и я много раз это показывал и снимал. Здесь, опять же, вопрос про двигатель. Всегда мы ставим 3UZ FE. Предыдущий ролик на нашем канале как раз Land Rover Discovery 3 с мотором 3UZ с шестиступкой. И в том ролике я пояснял, что есть глобальная проблема главных пар, которую я уже нашел решение и в скором времени будет решено. Но в том же ролике я пообещал, что я вам покажу промежуточный вариант с мотором 2UZ, тоже 4.7, на пятиступке, на родной коробке. Как этот двигатель вышел с завода, с конвейера? Этот мотор ставился на GX470 рестайловый и на 100-й крузак, прям самые последние года выпуски. Дальше он перешел на дорестайловый, самый первый 200-й крузак. Естественно, его можно было встретить на всяких тундрах, секвоях. Это не очень распространенные машины, поэтому принято считать, что это все-таки крузаковский мотор. И если в том ролике я как раз рассказывал про главные пары, то это вот именно, что ни на есть, промежуточный вариант. То есть главные пары здесь не поменены, они остались дизельные 3,5, 3,54. Есть еще возможность поставить 3,73, это бензиновые пары, что чуть-чуть улучшит. Но так как это 4.7 с родной пятиступкой, у которой немножко другие передаточные числа, и вообще сам по себе алгоритм работы и коробки, и бублика чуть-чуть другой, это все-таки с внедорожника весь свап-комплект, поэтому уже этот автомобиль стал мега приятным. У него уже появилась тяга с низов, и даже если вот ездить в городе, я поездил на этой машине какое-то время, до 3000 оборотов, я его кручу всего до 3000 оборотов, он уже быстрее уезжает всего потока. Если крутить свыше 3000, это уже будет под камеры, под штрафы. Поэтому вот, собственно, промежуточный вариант, он еще недостаточно прям такой идеальный, как если будет с главными парами, но он уже имеет место быть, он уже работает, уже ездит, и сейчас мы прокатимся, я вам покажу наглядно и разгон со светофора, и обязательно выйдем на трассу, я вам покажу на пятой передаче, что происходит, то есть как вытягивает этот мотор именно за счет VVTI. Перед тем, как поедем, естественно, бегло подкапотное пространство. Сам по себе мотор, как вы уже знаете, под капотом, в принципе, очень хорошо умещается. 2UZ по размерам ничем не отличается от 1UZ либо от 3UZ, поэтому также здесь никаких проблем нет. Крышка — это от старого крузака приобрели, ну как-то, я считаю, она идеологически верно подошла и по своим размерам, по своим изгибам четко накрывает. Система охлаждения — это GS-овский алюминиевый радиатор, обычно мы используем 100-й крузак, это тоже от 100-го крузака, но именно GS-овский алюминиевый, так захотел заказчик. Вентилятор — все то же самое, что в прошлом разы, это уже современный вентилятор с плавным раскрутом по шим-сигналу, как мы это всегда преподносим, показываем вам открыто, что одного вентилятора достаточно для протяжки всей кассеты. Естественно, то, что скрыто под решеткой, у нас стоит охлаждение дополнительное на автомат. В радиаторе, естественно, тоже есть теплообменник. Также по требованию заказчика стоит газобаллонное оборудование. Один редуктор КМЕ Экстрим, форсунки Барракуда, все они спрятаны под крышкой, поэтому здесь как бы вид не портит, потому что многие рассуждают, что ГБО, там, ну это плохо, это мувитон какой-то, что нельзя ставить. А тут открыли, да, все красиво, выдает только редуктор, да, его немножко видно здесь, ну и что, зато он стоит как бы ровненько, все шланги подсоединены таким образом, что как будто это заводская деталь. Естественно, адсорбер установили, раньше же это был дизельный автомобиль, теперь стал бензиновый, поэтому для корректной работы бензобака обязательно он здесь присутствует. Остальное, воздушный фильтр, впуск, все это банально, стандартно, бачки, бачок Гура, опять же, бачок расширительный, все это абсолютно стандартно, как во всех Land Rover, и в том числе со свапом 2UZ, не исключение. По салону, естественно, все неизменно. Такой же ключ. Загораются контрольные пиктограммы.
естественно, все отрабатывает, все гаснет, все полностью работоспособно. И самое главное, вот с чего начинается 2УЗ, это низы. То есть, вот, видите, да? Ну, правда, мы здесь буксуем, поэтому выходим на асфальт. Но я думаю, вы уже обратили внимание, да, как это все-таки выглядит, как это работает. Вот мы немножко в пробочке стоим. И вот обратите внимание на тахометр. Вот если я просто стою, вы видите, как подбрасывает кадр, я думаю, у вас на ваших гаджетах. И видно, что до 2000 всего лишь, меньше 2000 прыгает. Вот смотрите сейчас. То есть она уже с низов, вот она уже с низов, видите, как баркасит, то есть морду автомобиля поднимает. Пока у нас немножко пробочки тут до ближайшего светофора, еще немножко информации. То есть смотрите, селектор с типтроником, и он был, естественно, ну, с родным мотором, с родной коробкой. И когда мы ставим 3УЗ с шестиступкой, то вот этот типтроник, он нормально работает, плюс-минус, все прекрасно. Пятиступая коробка крузаковская не имеет типтроника, она имеет режимы PRND, 4, 3, 2, L. Естественно, тут ну, место просто не позволяет никак это вытянуть. Поэтому что мы сделали? В принципе, внедорожник, вот эти вот 4, 3, 2, L, ну, если совсем жестким бездорожьем заниматься, да, надо менять селектор тогда, чтобы реализовывать все вот эти вот функции. Этот же автомобиль, ну, так, чуть-чуть, может, охота-рыбалка, но в основном это городской житель. Этот автомобиль будет городским жителем, поэтому мы оставили родной селектор с функцией, вот сдвигаем в бок. Обратите внимание, загорается циферка 4. Вот так вот мы сделали циферка 4. То есть это режим что-то типа овердрайва, как было на старых коробках. Вы идете по трассе, вам нужно выйти на обгон, на пятой передаче едет автомобиль. Вы вот так вот в бок клац, она сама на четвертую, и вы чик, прошли обгон. То есть не нужно продавливать педаль до кикдауна, ждать, когда она переключит. А уже заранее на четвертой она с легкостью обойдет. То есть вот так вот мы обыграли несоответствие селектора этой коробке передач. Я думаю, что получилось нормально. Естественно, я не буду подробно останавливаться на функциях Terrain Response, раздатки, понижайки, мультируля, у которого есть регулировка, естественно, радио, есть круиз-контроль, который тоже работает, и мы его подключили, естественно, к этому двигателю. Я думаю, вы понимаете, что полный функционал, который возможен вытащить из двигателя, из коробки передач, мы это обязательно все сделали. В начале этого ролика я сказал, что этот мотор дорогой. Примерно в цифрах, допустим, да, я не буду говорить стоимость общая свапа, потому что она и так всегда есть в открытом доступе, вы и так можете все прочитать, и в описании всегда есть вся информация, сравнительные цены 3УЗ и 2УЗ, все это будет под этим роликом. Просто вот, допустим, вы свапнули уже этот автомобиль, проездили там сколько-то лет, и у вас что-то произошло, ну, допустим, коробка сломалась. На 3УЗ шестиступка коробка стоит 40-60 тысяч рублей, в зависимости, естественно, от наглости продавца. Да, во Владивостоке ее можно найти примерно за 30-35, но доставка и логистика, если даже самостоятельно это делать, все равно приблизится к 40 тысячам рублей. Далее, естественно, ценник может быть больше в зависимости от ее состояния, года выпуска, пробега и так далее. Коробка здесь, которая стоит, настоящая крузаковская, она стоит где-то 80-90 плюс 100, 110, 120 тысяч рублей. И купить ее прям вот с внутреннего рынка Японии очень сложно. Там таких машин очень мало. В основном это будет с Америки с непонятным качеством, либо с Арабских Эмиратов. Ну вот, поэтому тут и цена выше, и качество не настолько прозрачное, как вот эти агрегаты контрактные с Японией. Двигатель 3УЗ по закупке, сейчас цены намного выросли, были времена, когда они стоили 60 тысяч рублей, 80 тысяч рублей, сейчас 100 плюс, 100, 110, 120 тысяч рублей стоит 3УЗ, в свап-комплекте, это я говорю пока без коробки. Если мы будем рассматривать 2УЗ, то вообще однозначной цены нету просто. То есть на него не существует цены. Если мы откроем доски объявлений, вы можете сейчас поставить на паузу и просто открыть любые доски объявлений. Вы и смотрите, ищите именно VVTI-ный с пластиковым коллектором, с клапанами VVTI, рестайловый 2УЗ. У вас будут промелькивать цифры 250, 300, 350, 500, 600. Да, я не шучу.
каждый продавец понимает, что это очень культовый мотор и очень востребован на вторичном рынке. И чем он больше напичкан, ну то есть голый мотор одну цену, а вот если свап-комплект с косой, с мозгами, с датчиками, со всеми навесными, и если там еще и пробег маленький, до соточки, то человек может и 400, и 500, и 600 ломить цены только по закупке. Думаете, я вру? Зайдите, посмотрите. Да, безусловно, можно найти какого-нибудь залетного продавца, который где-то урвал и продает VVTI-ный там за 150, за 200 тысяч рублей. Да, мне такие подписчики сбрасывали. Оно одно объявление уходит за секунду, и рассматривать его как в массовом сегменте, ну, например, да, из подписчиков, ну, притащите мне по 100 тысяч рублей 2OZ VVTI-ный, партию моторов 20, никто не притащит. А рассматривать одного продавца какую-нибудь выскочку, которая вбросила, лишь бы демпингануть цены, лишь бы быстро сбагрить, не знаю. Я не буду это рассматривать, не буду. Поэтому по ценам я вам все сказал, у нас пробки рассосались, давайте смотреть, как она едет. Вот мы на аварийке встали, аккуратненько сбоку, и вот... Видели, да, нету никакой, условно говоря, ямы, как на 3УЗ до 3000 на плохой главной паре есть некая яма. Он сразу подбрасывает до 2000 оборотов и сразу монотонной тягой, потому что она и низы, и средняя верха, монотонной тягой идет до переключения передач там, до 5 с лишним тысяч. В этом как раз заслуга 2УЗ. Вот мы идем просто по трассе, здесь 90 можно ехать. Это она просто идет на тяге, низкие обороты, а скорость растет, обратите внимание, то есть 2000 с копейками, а скорость все растет и растет, 100, 110 уже видите, да? Поэтому вот как раз он и прекрасен тем, что вот с низов он как раскрывается полностью. Теперь упражнение трасса. 100 км в час. Кто помнит, а кто забыл, пожалуйста, перейдите и посмотрите предыдущий ролик по третьему дискарю с 3УЗ. Вот смотрите, что происходит. Сейчас вот я буду держать ее на пятой. Вот она взяла пятую передачу, и она держит. Я чуть продавливаю. Она на той же передаче дальше разгоняется. Просто мне уже некуда разгоняться, потому что впереди идущий автомобиль едет с медленнее скоростью. Что касается четвертой, вот о чем я говорил. То есть мы берем вот так. И у нас циферка 4. Видите, да, какие обороты? На четвертой передаче 110, это где-то 2600, 2700. 120, почти 3000. Убираю четвертую. Пятая передача. 130. 2,5. 130, 2,5. Ну, 140, наверное, будет сейчас. 2700 сейчас. Можно и кикдаун продавить. Видите, как она набирает, естественно. Какой вывод? На трассе тоже хватает крутящего момента, на пятой вытягивает. Она абсолютно нормально едет. Нет такого, что она чувствует нехватку крутящего момента и сразу перебрасывает. Нет, это я уже газом здесь играюсь. Но это не шестиступка, это пятиступка. У нее передачные числа немножко сближены друг к другу. Все-таки сделана она для внедорожника, ну, который как бы не планируется, что он по трассе будет ездить с большими скоростями. Ну, встал на круиз, 110, 120, вот 120, бублик заблокированный, 2100 оборотов, вот. И вот это будет крейсерская, и она будет ехать абсолютно нормально, адекватно, все. Плюс шестиступки на хороших главных парах как раз заключается в том, что можно на 180 получить всего 3000 оборотов. То есть здесь отсутствие вот одной передачи, она превращает этот автомобиль, вот, ну не то, что превращает, а как бы подчеркивает, что, братан, это рамный внедорожник, нехрен гонять. Вот это вот стереотипы вот такие есть. И вот эта коробка, она прям вот четко как будто объясняет, не надо гонять. Хотя, сами прекрасно понимаете, тот же, например, Range Rover Sport с завода созданный, спокойно может ехать 220, 230. Тоже рамный автомобиль с понижайками, с блокировками, со всеми делами. Здесь у него, по сути, такая же платформа. Так что все эти мифы можно отбросить и прекрасно понять, да, что это промежуточный вариант для тех людей, которые как бы ждет вот эту тягу снизов в городе на старте со светофора, чтобы это было приятно ездить, чтобы это не было больших оборотов и перерасхода топлива.
Но не совсем этот вариант подходит для людей, кто вот любит типтроником, вот поклацать типтроником на трассе, ну, встать хотя бы 160-170 и иметь незапредельные обороты. Ну, например, 4000 оборотов, да, это будет уже многовато для расхода топлива, и многие тоже об этом задумываются. Еще одно упражнение – это плавный разгон просто со светофора, чтобы было сравнение вот как раз с потоком. Стоят какие-то машины и газели, как эти иномарка сзади, сбоку стоит. Я не буду превышать 3000 оборотов. Смотрите, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Я специально газом играюсь, не превышаю 3000 оборотов. А сзади нет никого, но одна машина вырвалась, газанула. Он просто показал, что у него Шкода на турбомоторе, что она кайфовая. Вот. Но, тем не менее, видели, да, я держал до 3000, сзади никого нет, хотя там еще были за ним малолитражки, которые, ну, спокойно. Вот до 3000 я держал, все, но и чуть играл с газом, потому что я чуть продавил, она, я чувствую, она сейчас дальше будет крутиться, я чуть приотпустил, чик, она переключилась. То есть в этом плане, кстати, вот, чем современнее коробка, 5-ступка, 6-ступка, вот, если сравнивать, да, там, со старыми 4-ступками, вот, они вот, вот, и можно газом переключать прям, то есть чувствовать вот эту вот грань. Чуть добанул, отпустил, чик, она переключилась, опять, и держать вот прям на этом крутящем. Это, да, не всем нужно, но вот, ну, шофера меня поймут. Не автолюбители, а именно шофера. Вот и все, дорогие друзья. Завершаем этот обзор. Я вам все прозрачно показал, что 2УЗ имеет место быть с 5-ступенчатой коробкой. Правильный 2УЗ именно с крузака. Наш вариант 2УЗ тоже с чугунным блоком, с объемом 4,7, с 6-ступкой. Он другой. Он другой, и передачные числа другие, под них нужна другая главная пара. По цене я вам уже сказал, что этот вариант дороговат. С другой стороны, наш вариант 2УЗ с 6-ступкой, если еще менять главные пары, он тоже не дешевый. Что же все-таки заказывать? 2УЗ, 3УЗ, 2УЗ с 6-ступкой, с 5-ступкой, менять главные пары или нет, решать уже вам, именно каждому заказчику. Я наглядно и прозрачно показал 3УЗ с 6-ступкой, его минусы с главными парами, показал правильный настоящий заводской 2УЗ с 5-ступкой. И за мной остается 2УЗ с 6-ступкой на других главных парах. Об этом в другом видео. Ну а пока что еще одним хорошим автомобилем на дорогах страны стало больше. С вами был, как всегда, Василий. За кадром вся наша команда Inva Motors, которая трудилась над этим автомобилем. До новых встреч. Я погнал.